Берегись. Первый В. Вот и наш коренёвский первый звонок. Да. Ну как тебе выступление, Гриш? Понравилось? А ты все разбил? Ну да, мы все. Так, ну что, мы уже дома, быстренько перекус и сейчас в школу. Все. Да, сынок, коробочку для Людмилы Валентиновны. Аллилуйя! Гриш, пожалуйста, этот цирк выключаем. Как красиво впереди, глянь, небо, кукуруза, да? А тут... Дима, Дима, возьми себе пару. Да нет. А где Добрый? Гриша с кем? С Кириллом? Гриша с Кириллом? Ты я.
Гриша! Отбегайте, Финиш, бежите с этой темы! Сейчас мы Антошу подождем, он покушает и поедем домой, да? Сынок, покажись. Ты сегодня что, облился? Да. Ну, сейчас пойдем. Не говори Антошу, что мы чипсы купим, понял? Не говори. Гриша. Что? Ну, не надо снимать, сейчас уже дома переоденем. Что там, сынок? Ступеньки. Да. Сильно только его не надо, сынок? Нет, мама, ты. Нет, Гриша. Мама, помогает! Да, Афонина самая любимая. А какая твой, а что твоя самая любимая? А ты Талика. А вот эти следы я оставлю. Это моя пометка. Я помню, смотри. Вот так. Заворачивали и здесь окрашивалось. Угу. Так, доделала я доминошки вот этими вот, как это называется, в общем, точечками, так что буду скоро упаковывать. Всем привет! Всем привет! Мы едем, наконец-то собрались. Выехали аж в 4.30, вот, ну даже 4.20 где-то со станицы. И сейчас едем в Кропоткин. Папа, привет. Кропоткин. Афоня уже заснул. Вот так вот. Так что посмотрим, насколько мы доедем. Все, едем. Проехали Васюринское кольцо. Да, Васюринское это называется? На Васюринку отошли. И, короче, ехали, доехали до Донецкой и вспомнили, что мы забыли детям рубашки. Так что они будут в футболках. Мать гладила. Там уже трусы на месте. Нет, главное, я говорила, что их надо одеть сразу. Ну, конечно, кто виноват? Муж виноват. А муж сказал, нет, мы их возьмем. И что? Кто тогда виноват? Жена. Почему? Потому что я жене сказал, у тебя 2.5 часа, дорогая, собирайся, я приезжаю, она только глаза открыла. Я не открыла, а что ты помылась. Это ж мама не закрытыми. Да? В общем, мы так и живем. Внизу. А, фура даже это, да? Да, фура даже вон туда в кювет, аж не фура. А, ну фура, да, то подъемным краном ее поднимаем, да. Ну, это уже давно, видать. Газелька тут, да? Ну, фура долбанулась. Зад. Воронежская. И пробка в Воронежской, не знаю почему, но всегда. Ну, когда там еще вперед ездили, тоже была пробка. Пескунов. И там опять авария. Самовары. Коллекционер. Магазин называется. 134-й регион, с моря, наверное, да? Так, мы в Кропоткине, 18.30, но 29. В общем, такая достаточно трудная дорога была. Машин прям очень. И в Воронежской простояли, и авария. Короче, тяжковато было ехать. Но ничего страшного, папуля наш справился. Афонька молодец.
Молодец, спал, проснулся чуть-чуть, но... Ты говоришь, это испытание жизни? Нет, это испытание времени. Вот это кафе. Уют, конечно. Какой-то неуютный, да? Надпись сама. Смотрите, какая странная. Да, Юня, привет. Сентября 2017 года царь вручает имениннику праздничную юбилейную медаль за то, что он от всех отличается умом, талантом, энергией, силой, душой молодой и улыбкой счастливой, за то, что упорно к вершинам стремится и в этом сумел успеть. С днем рождения вас поздравляем, счастья, радости, любви желаем. И казачий ансамбль «Черед» руководитель. Совершеннолетие. Принимаем в свою среду молодых пенсионеров. И для вас звучит песня. Наталья тоже отвечала. Наталья тоже молодец. Наталья молодец. И вот этот мужчина тоже прелесть. Он меня сбил, а потом раз так в колею поставил. Ну что, все главное вовремя. Всем аплодисменты и призы. О, как раз это мне. Покажи, что Вера, а тебе вообще как раз. Именинника. Встречайте, дорогие друзья, бурными аплодисментами. Настоящие джигиты! Красавцы! Красавцы!
Такие мужчины, настоящие джигиты. Кстати, парни, что можно сказать имениннику? Александр Николаевич, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно! Настоящие джигиты приехали посмотреть на именинника, полюбоваться его счастьем, посмотреть на прекрасный стол и, конечно же, за ваше здоровье, Александр Николаевич, хотели бы они выпить вина из кубка. Никулин и Маргунов хотели бы выпить из кубка на троих. Итак, начнем. Начнем. Можно сказать по... Желаем здоровья, Александр Николаевич. Да. По фразе и пьем. За что пьем? За здоровье. На троих. За здоровье. Аплодисменты, дорогие друзья. За что? За счастье. За счастье. И, уважаемый Маргунов? За урожай. За урожай. Браво, это еще не все. Настоящие джигиты очень бы хотели станцевать с именинником, со всеми гостями. Лизгинку! Алехандро, давай просто Артур, как король Артур. Короче, да, Санчо. Санчо, все, Санчо. Санчо. Коломбо. Коломбо. Загадочно. Коломбо. Коломбо. И? Ой, блин, Мюллер не Латиноамерика. Давай Рональдо. Вообще, Рональдо. Давай, Рональдо. Александр, и по-западной. Александр. Артур, аплодисменты! Давай, и не повторяйся. Рональдо, только не повторяйся. Молодежный прием.
догадаемся? Маму. Мамку. Владение мечом рекламировал. Мамку. Обувь. Не мамку. Обувь. Все-таки догадались, да? Настроя духа, чтобы всегда старались. Хочешь бодрить освоить. Браво, спасибо. Казачий ансамбль «Черед». Руководитель Александр Васильевич Брежнев. Популярный человек с популярной фамилией. Спасибо вам большое. Спасибо, что за лично. Спасибо. Чай. Мама, я говорю, чай. Не надо, не надо, я покупать чай, а всего на перевозке. Да? Следующий гал торжества приехал поздравить лично вас, вашу семью и всех гостей. Встречайте бурными аплодисментами посол Папы Римского. Как нужно встречать посла? Бурные аплодисменты. Прошу всех встать, посол, на торжестве посол. Александр Николаевич, посол не говорит по-русски. Поэтому текст его поздравительной речи я буду переводить. Гостям можно садиться. Посол, сюда, пожалуйста. В России бывает. Сеньоры, сеньорито. Держите, мистеры и мистеры. Ручи ниже колено волочито. А я буду переводить. А так можно, посол? Дамы и господа, товарищи. Рима Пахано. Папа Римский. Мене рожа инфаркто. Конвульсио. Валидома салюте. А в моем лице, в его лице, сердечно поздравляет Александра Николаевича с юбилеем. Рима Пахано. Пальце растопило. Башковито до хотяба. Папа Римский обращается к имениннику и всем гостям. Жизни многовато. Всего-всего-всего многовето! Браво! Спасибо, посол! Спасибо. Это святая водичка. Дальше. Дальше, посол. Господин посол, гости просят тоже их окропить святой водой. Как мы можем отказать им в этой маленькой просьбе? Пожалуйста, окропить под музыку всех гостей. На скрипу играто! В Большом театре! И гостей, пожалуйста, посол, к столу. Танцевато, танцевато! Печатко лито, футбол играто. И там столик еще. Приветствую всем именинников. Господин посол хотел бы сфотографироваться с семьей посла. Надо развернуть, показать всем гостям. Все деньги от продажи достаются имениннику. Надо развернуть, показать всем гостям. Не персик имеет. Дона Кончито. Какое-то хирито. Амор и Мио, трио. Трио. Санта Лючия. Я пошел. Надо показать всем гостям. Российскую. Так выпивай, Серега, сразу. Полусухое. Это божественный эликсир здоровья, долголетия и любви. Аплодисменты, Сергей. Жизнь вашей семье, Сергей. Семье посла, так столет и не тужить. Нет, а кто его держать? Возьми желание. Говорят, когда загадывают желание в юбилейное торжество, оно обязательно сбывается. Особенно в компании таких прекрасных, чудесных гостей, родственников и друзей. Загаданное желание обязательно сбывается. Сокровенное желание. И за... пусть сбываются самые смелые мечты. Раз, два, три!
Именинника стоя. За Любовь Васильевну и Николая Николаевича. Вспомним родителей. Папанька, он еще потанцевал. Так мы домой, Кропоткин, пока. Чай покупали, мы там набрались. Так, ну что, у нас час ночи. Сколько там? 1:15 мы приехали. Сейчас все спать. Шарики еще нам дали, да? Где Саша дал шарики? Класс. Ну как, вам понравилось, Антош? Афонь, тебе понравилось? Да. Гриша, а тебе? Мы счастливы, мы дома пока. Еще и шарики.